мы все ждем пришествия Христа, но нам нужно быть готовым к этой встрече, потому что эта встреча может быть неожиданной. Даже Иисус сказал слова: «Не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Конечно, мы все ожидаем пришествия Господа, но послушайте, для некоторых оно уже пришло, потому Писание предупреждает нас быть готовым к этой встрече. И ты должен быть уверен, что эта встреча принесет тебе благословение. Не опоздай. Смотри, не опоздай. Когда из этой жизни ты уйдешь, не скажет ветер, не прошепчет дождь, никто не скажет этот срок. Когда придется подвести итог, не опоздай, смотри, не опоздай. У ног твоих быть может только край, и рушится влекомый в глубину, собою не щадя твою весну. Не опоздай, смотри, не опоздай. У ног твоих быть может только край, и рушится влекомый в глубину, собою не щадя твою весну. Который миг не знаем мы с тобой, окажемся за дверью роковой, где вечен мрак и также вечен свет. Откуда возвращения больше нет? Не оставляй решение на потом, откладывая встречу со Христом. Пока Он любит и зовет тебя, к тебе Его протянута рука. Не оставляй решение на потом, откладывая встречу со Христом. Пока Он любит и зовет тебя, тебе Его протянута рука. Пусть ты не веришь в то, что будешь жить, но что неверие может изменить? Покайся, очень близко скользкий край. Не опоздай, смотри, не опоздай. Не опоздай, смотри, не опоздай. У ног твоих быть может только край, и рушится влекомый в глубину, собою не щадя свою весну. Не оставай,
решение на потом, откладывая встречу со Христом, пока Он любит.